Добрый вечер, с вами снова интернет-канал Максимадзе. И вместе со мной... Чё хочу, то ворочу ТВ. Воротило. И мы продолжаем снимать коп по игре Dead Space 3. У нас начинается 11 глава, блин. Охота за сигналом, здание для образцов. Сейчас да. Наша задача оживить вот эту тварь, чтобы выяснить, где находится сигнал от обелиска. И от главной базы, которая заморозила эту планету. Собственно, да. Куда же нам надо идти? Ой, не на ту кнопку жму. Туда, но я сейчас в станок загляну. А, станок. Да, я тоже, пожалуй, что-нибудь сделаю там. Ко мне тут робот пришел. Что-то не очень-то хорошо просмотрит, Dead Space набирают. Ну, так же, как и GTA 4. И GTA San Andreas-то тоже. GTA 4-то я прошел уже. Про нее можно не говорить. Ну чё, пошли, красная пчелка Максимадзе. Да fuck you, сам ты пчелка. Ну, у тебя костюм пчелки. Пчелка. Так, это так. Крутить надо, да? Так, нет. Но это пока нам не надо, это так печка, так сказать. Пошли дальше. Это печка, я думал, это вентиль. Она не работает, надо ее починить. Работает, не работает. Аудиосообщение, давай послушаем. It's incredible. We have discovered two nearly pristine specimens, and crews are working around the clock to uncover them. We're learning so much about how these necromorphs communicate. The whole species seems to have been connected by some telepathic signal from the lowliest foot soldier to the mightiest specimen. But where is the signal coming from? That is what I intend to find out. Некроморфы. Напали, и они заморозили планету специально. Так. А здесь ничего не надо делать. Закрыто? Пустите мне по контракту положенное! Опа, она. О, лифт. В лифт нам надо. А, гардероб. Не знаю, нужно ли мне гардероб. Теперь я тоже пчелка, только желтая. О. Но мне красный нравится свой больше. Хотя золотой очень, кстати, красиво смотрится. Посмотри, может, у тебя. Да, кстати, красивый. А ты где? В лифте, может, у тебя тоже давай, новый костюм открылся. Посмотри. Где? Ну, у меня же он новый открылся. Ну, открывай, чё ты? В гардеробе. Это не гардероб. Да? Ну ладно, сейчас посмотрим. Костюм археолога был разблокирован. О, посмотри, чё за костюм. Посмотрим, что же это за костюм, блин. Практически костюм сделан из секретного... Который сделает... Который сохраняет тепло даже при критически низких температурах. Ну, давайте тогда его используем. Да. Одно видео, по-моему, пятая серия, что ли, набрала не так уж и мало. О, мне этот костюм нравится. Так это тот же. Набрала не так уж и мало просмотров. Но эти просмотры накрученные. Не знаю, кто их накрутил. Слышишь? Другой. Че? Это тот же костюм, другой. Какие у тебя там есть? А, арктический костюм я выбрал, блин. Она а, вот, археолог. Костюм археолога я нашел, вот он. Так, Рустем пишет.
Я ролик сейчас записываю. Мне прям нравится, как тут костюмы одеваются, да? Автоэкипировщик офигенный. Ну, нормальный костюм, нормальный. А, это как у меня был, только он красный и теплый. Так у тебя тоже теплый. Ну да. Кто-то, в общем, накрутил просмотры и лайки. Лайки где исчезли. Просмотры? Не настоящие, а вот просмотры нет. Кто же это делает, я не знаю. На каком видео накручено? Это 100% накрутка чья-то была. На каком? На 5-й серии. Да почему? Это может не накрутка? Нет, там лайки накручены. Там, это по-любому. Лайки там точно накручены. Лайки-то хотя накручены нет. 100%. Ну а зачем кому-то лайки накручивать, если дизлайки? А, ну да, лайки накручены. Ну так там было 20 лайков, и они исчезли разом все. Не может же такого быть. Просмотры, да, вроде как не накручиваются. Не кто-то... Да, мне показалось. Но просмотров там больше, чем на других сериях. Ну это хорошо. Ой, я толстый. Еще я мод на когда со соседа обзор снимал, и там разом 25 дизлайков. Тоже накручены. Я это видео удалил даже не из-за того, что там дизлайки были, а для того, чтобы YouTube подозрительную активность не заподозрил. Кстати, вот загляни в эту дверь. А, ты ушел уже далеко. Стой, ладно. Стой, останься там. Да. А, хотя... Как открыть ты ее? Как туда попробуй зайти? Попробуй ее открыть пока. Ну-ка, открывайся. Открывайся. Не, никак, бесполезно. Не, ты попробуй сбоку ее открыть. Ты что, там сражаешься с кем-то, что ли? Ну, ты пока открывай дверь. А, тут, наверное, может... О, ты... А как ты там оказался-то? Тут никакого замка нет внутри? Да я через лестницу зашел. Блин. Ну, подожди. Хотя, заходи, иди давай. А дверь никак нельзя снаружи открыть? Ой. Монстреряка с чупакабра. А я сейчас открою, тут батарейку надо вставить. Давай, так вставляй, что? Вставляй, давай быстрее. Только где она? Только где она, действительно. А, я знаю, знаешь что? Смотри, сейчас помоги мне. Вон там, где лифт, слева, там батарейки раздают. Принеси ее сюда. А че он не бежит-то, я что-то ничего не пойму. Мне кажется, у меня что-то не так с персонажем. Он почему-то все время это... прицел держит. Причем я даже... А ты кнопку Caps нажми. А, у меня Caps включенный. Ну блин, откуда я знал, что он так будет? Че, есть там батарейки? Батарейки? Что-то я не знаю. Ну-ка в инвентарь, дайте посмотреть. Слева от лифта должны быть. Слева от лифта? Ну вот я здесь стою. Вот тут коробки соединились. Там кнопка должна быть. Ну я вижу. Я нажал на нее. И батарейка выпасть должна. Батарейку сюда тащи. Батарейка. Маленькая. Ну-ка, как листать инвентарь? Так. Нет. Стазисная батарея. Должен. Ты должен ее на букву П. Ф взять и. На букву П? Ф. А, F. Английскую. Не работает. Не хочет. Ну сейчас я приду. Давай я через лестницу лучше залезу и все. Да нет, мне же батарейка нужна. Стой там, я сейчас приду. Не знаю, нету. Че, правда нету? Не знаю, мне ничего не выпало. Никакая батарейка. Может я, конечно, туплю, но я реально никаких батареек тут не вижу. А это что? А, блин, ее схватить надо. Я же сказал на F. Так Ой. О! Я только
Я треханул током его из этой батарейки. Тварь. О! Нифига, как ты его мочишь. Дайте батарейки. Да чё она ко мне лезет-то? Так я думал, это кнопка специальная. Я не думал, что ее. Ой! Я не думал, что ее можно схватить. Я думал, это специальное устройство, которое нельзя достать. А она, оказывается, берется. Ой, блин. Она меня сейчас убьет, помоги мне скорее. Да я стреляю. А, я вырвался, ладно, сам. Куда батарейка-то исчезла? Вот она. Ой, застряла. Хватай батарейку. Куда ее вставлять-то? Туда надо ее засунуть как-то. Блин, не попал. Ладно, пошли на лестницу. Ну, блин, в любом случае на лестницу надо переться. Стоп. Аптечек нету. Так. Блин, у меня всего одна аптечка. Кому она нужнее, я не знаю. Да залезай, чё ты встал-то? Залезай, дебил. Да это я просто стоял там. Да? Ну ладно. Так просто им пишет. Потом отвечу. Напарнику требуется больше места. А, вот батарейка. Сейчас вставим ее. Ну, вставляйся. Чё, как ее вставить-то? Да, блин. Я не знаю, как просто вставить. Просто берешь и подходишь. Ну, ровнее ее. Да вставляйся ты, зараза, блин. Что такое? Ну вставляйся, ну ё-моё. Это когда перепутал плюс минусом. Ну отпусти, я тебе покажу. Может, я не той стороной вставляю ее, блин? Ну вот, нет, вот. Я не знаю, у меня сразу она залазит. Оп. У меня она нифига не залазит. Оп. У меня она точнее залазит, но не вставляется туда. О, смотри, мы механизм подзапустили. Ой-ой-ой, а он у нас... Ой! Монстр появился. Патроны скоро кончатся, наверное. Фига себе, как оно так работает. Ой. Мне показалось, монстр тут опять. Ну ладно. Ой, дверь заработала. Теперь надо обратно. Открылась? Отлично. Можно, наверное, через лестницу обратно выйти. Оу. Давай вот, быстрее. Вот тварь, а. Твари. Ой. Не вставай, скотина. Давай, запусти. Стоп. Возьму пули. Поехали. Isaac, are you all right? Great. В норме. Hey, thanks for putting up with Robert. You know, he's not been himself. Norton just thinks I'm trouble. Нортон считает, что от меня одни неприятности. Но без меня вам не справиться. Вот почему я тут. Да, и да, еще в общем, я... That Isaac? Great. You two having a nice little chat? Да. Птичек у меня больше нету. Здоровье у меня не полностью. Вроде, если сейчас в гардеробе прокачать здоровье, оно у тебя само заполнится автоматически. А так, давайте попробуем. За это, навык здоровья прокачай. Улучшить X, тебя... да? X, и там здоровье написано. А, вот здоровье, отлично. Здоровье, насколько же улучшить можно? На эту? Ну, одну хотя бы. Необходимо предыдущее улучшение. Не хватает чего-то?
Сборка невозможна, требуются дополнительные ресурсы. Ну, блин. Ну, ё-моё, чё-то у тебя, значит, не хватает. Нельзя пока. Ничего сделать. Ладно, будем искать аптечки по дороге. Патроны у меня еще пока есть. Тепло появилось. Да. Так у нас, по-моему, костюм и так для тепле. О! Да, процесс идет, только очень медленно. Попробую продуть ее. Меняю давление в трубах, подожди. Так, что делать? А! Крутить, теперь крутить, да? Нет, стой, остановись. Так. 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 Так, а что делать? А! О! Нет! Не то! Циферку 4, когда она светится, да. Я с этой стороны буду крутить. Крути циферку 3. Быстрее, время идет. Циферку 3. Крутим. Циферку 4 теперь. Что тут написано? 3, крути, 3. Еще раз крутить. Ну, видишь, там сверху загорается. Так, сколько? 60%. Отлично. Еще раз четверку крутим. 90%. Еще раз крутим. Включай. Уже готово. Но я покручу включай. Еще нет, раз. Нет, нет, ты включай ее вон. На экранчике. Воу. Ой, сработало, бля. Сработало. Necromorphs are conduits for the marker signals. Well, the researchers built a sensor to track that signal upstream to find the machine. So where's the sensor? Probably destroyed. But I did find the blueprints to make a new one. I think I know where this is going. Так, посмотрим, что тут можно сделать. Но мне эта идея не нравится. Мне кажется, мы зря это делаем. Сейчас эта тварь нас сожрет. Будет весело. Так, может оружие создать? Меня мое устраивает. Модифицировать хотя бы. Стрелковое оружие, медические зонды. Стандартный вариатор. Импульсная волна. Ой, там монстры появились. Ладно, выключаемся тогда отсюда. Я немного улучшил. Это лифт. А, это лифт, я думал, там монстры. Я улучшил пулемет немного. Да, действительно улучшил. Ну-ка проверим. Чем-то он еще стреляет изнизу. Возможно, он двумя патронами сразу стреляет. Давай, поехали. Сейчас, я тоже кое-что хочу улучшить. Я хочу улучшить скорострельность. Так, здесь делать нечего. Все, я тоже лучше. Давай, давай быстрее, давай, давай быстрее. Ну, активируй. Дурацкий лифт, блин. Да ты заколебал уже так делать. I was telling you about. I don't see any of the parts necessary to make this sensor, but there's another research warehouse at the other end of the camp. Here's a schematic. What do you think? It's like they modified a telemetry spike. I have no idea how it works, but yeah, I think I can build it with the right parts. Where's the other warehouse? I'll put the coordinates in your rig. Most likely to be locked down tight. Here. I found these research passcodes when we arrived. They got us into this warehouse. Maybe they will work for the other buildings as well. Well, we'll find out. Back soon. Мне немного настораживает эта женщина немного.
Не, она хорошая. Она очень умная. Она так ведет себя, как будто скрывает что-то. Нет, она умная. Мне так кажется немного. Ну ладно. Так, теперь нам надо, знаешь, что сделать? Нам надо с тобой собрать оружие, детали, и собрать оружие, чтобы когда мы в эту штуку залезли... В лифт обратно, что ли? Да. Чтобы мы когда в эту штуку залезли, мы смогли стрелять в ее опухоли и это... И найти источник, и чтобы ее разбудить, понятно? Okay, geniuses, here's a question. Let's say this stupid experiment works, and you find the machine, then what? Do you guys even have a clue about turning it off? Well, Admiral Gray has referred to a codex. She said it was the key to controlling the machine. А куда надо? Блин, зачем я сюда побежал? Я не знаю. Are you listening to yourselves? You don't know any more about this bullshit than I do. If I can find the parts to make a sensor, we can find the machine. Открывайся, блин. Then we can figure out this codex bit. Unbelievable. Ой, гады, гад, ой, блин, чё я натворил, а? Я думал, что у меня пулемет, а у меня гранатомет был в руке. Ты с ним поаккуратней. Задолбал. Okay, geniuses, here's a question. Let's say this stupid experiment works and you find the machine, then what? Do you guys even have a clue about turning it off? Well, Admiral Gray has referred to a codex. She said it was the key to controlling the machine. Так, теперь... Сдохни, тварь. Are you listening to yourselves? You don't know any more about this bullshit than I do. If I can find the parts to make a sensor, we can find the machine. Then we can figure out this codex bit. Unbelievable. Открывайся быстрее уже. Ой. Опять эти психи. Тихо. Нужен они ран... перерезали тебе горло. Блин. Ты зачем патроны зря тратишь? А чё, они и так сдохли, да, что ли? Ну ты же видел, они перерезали тебе горло. Самоубились. Красавчики они, вообще. Они отдались обелиску, видимо. Ну не... Увидели и нас и покончили жизнь. А, прям на дьявольском круге это сделали. Интересно, тут робота нельзя поставить? Ну, я ищу источник, ничего не нахожу. Нет, тут нечего ставить пока. Дебильная дверь. Ты чё? Женщина. Какая женщина? Там никого не было. Взглянуть надо. Какая женщина? Ты чё, с ума сошёл? А кто это был тогда? Там никого не было. Чё за бред ты несёшь? Почему у тебя никого не было, а у меня было? На меня никого не было. Ты чё за бред несёшь? Ты чё? Ну посмотри на меня на видео, у меня женщина какая-то была на экране. Я тоже записал. Ты смотри мне. А я знаю, походу, чё это, слышишь? Где? Ну, это, короче, у тебя галлюцинации. А, знаешь, я понял, ты говорил про них. Да, вот видишь, в чем прикол, ты это видишь, а я не вижу. Вот ты у меня на видео посмотришь, у меня женщина какая-то была, и она мерзла как будто прям вот серьезно. Наверное, я устал, у меня реально галлюцинации пошли. Нет, это просто ты с ума сходишь. Я тоже буду с ума сходить. Так, ты будешь... Я буду видеть то, что не будешь ты видеть. Интересно, интересно. О! Я надеюсь, ты этого монстра увидел сейчас? Да, это сталкер. Его убить-то можно? Их сталкерами называют. Так, у меня гранатомет в руке, надо случайно не выстрелить. Ой, куда ты жмешь-то? На эту кнопку.
О, поржирают твари тут одни. Они на нас не нападают, они убегают, мне кажется. Они из угла будут нападать. Ты от них уворачивайся, они очень быстро бегают. А тогда гранатомет тут, я думаю, нам будет бесполезен. О! Сейчас посмотрим, куда можно поставить робота. Ой! Ой, на тебя напали уже, да? Стой! Не подходи ко мне! Ой, она меня и убьет сейчас. А у меня патроны закончились. А я нашел место, где можно роботов поставить. Я могу только выстрелить гранатами и все. Стрелять не могу. Я место для робота нашел. А, нет, у меня аптечки, оказывается, есть. А, я всю израсходовал только что. Ой, там твари. Так, вроде подобрал. Куда там? Я говорю, я место для робота нашел. Нашел место для робота? Да. Сейчас сделаем, сейчас проверим, где это можно сделать. За мной беги. Иду, иду, иду. Задом ходишь. Где-то там, да? Отлично, вот здесь можно поставить. Давай, чтоб вернулся с ценным. Хорошие роботы. Ой, там что-то было. Ой! Ой! Случайно выстрелил. Так, туда надо идти, да? Ой! Блин, промахнулся. Перезаряжает оружие долго сильно. Ого, какие патроны большие. А, хотя, может, это и не патроны. Не надо в меня кидаться. Ой, ты меня напугал. А ну иди отсюда. А куда? А дальше куда? А, на сюда подниматься. Какой фильм? Мы ничего не смотрим. Установить торсный вал. А, круто. Надо вентиль найти, поставить. Он в станке делается за деньги. В станке. Да, но там за этой дверью много припасов. Где же станок? Я тут станка-то не вижу. Но а, вот проход. Он в другом месте. Проход, открывай. Вспомогательная площадка. Ой, твари. Боже мой, какие звуки они издают, страшные. Эй, оу! Фак. Ой, да. Я умер. Может, тебе аптечку да? Я не знаю, у меня аптечки нет у меня аптечки. Вы получили какой-то свой мап. А, все. Блин, какие противные звуки они издают же, а? Блин, а чё они к тебе подходят, а не ко мне? Я слышу, как у моего персонажа сердце стучит. А я нет.
Голова чья-то торчит тут. Давайте-ка постреляем по ней. Вот твари, а. Крысы. Ой. Хотя мне почему-то из всех... Их больше всех жалко. Ах ты тварь. Как может быть жалко? Так, а тут что у нас? Ну давай, подключайся. Ух, что у нас здесь сейчас будет? А, опять это мини-игра. Давай, ставь. А, активировать нажать надо. Так, ой, не туда. Можно мышкой водить. Да мне клавишами удобнее. Так, 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 так. Ну? Да я нажал, она что-то с первого раза не сработала. Разблокировано. Что же у нас, блин, нафиг разблокировано-то? Дверь? Напарник ждет у двери. Да, я уже тут. Так, а здесь что? Ого, офига тут. Эй, ребята, чем бы они тут не химичили, похоже, оно взяло и унесло с собой полсклада. О нет, такая же деталь и датчик. Три штуки, да? И ты заговоришь. Блин, тебя вообще слышно плохо, чудо. Вон, короче, детали. Их надо будет забрать. Детали вниз надо, значит, как-то спуститься. А спуск-то здесь какой-то говёный вообще. Ой! Почему я спуститься-то не могу? Здесь я нельзя спуститься, что ли? А, на лестницу надо. А я там пытаюсь о, за... вот тут аптечек. Пройти. Чего аптечек? Много аптечек. Много, я думал, нет аптечек. Ну... Да здесь патронов, по-моему, много, а не аптечек. Ну, у меня аптечка, у тебя патроны. У меня патроны. Так, первый. Найден модуль. Найдено две, так, вот эту крутить, две да, из надо? Трех частей зоны. Да я кручу. Так. Смотри, там лифт. Подбери деталь. Где так, детали надо как-то схватить, что ли? А, крути, крути, я подберу ее. Ну крутись, что ты... А, все, крути. Крутим, 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 давай. Фух. Удерживать F, да, я это и делаю все, сейчас. Все, отпускай. Окей, Сантос. Я думаю, что я собрал все части для этого сенсора. Отлично. Думаешь, что ты можешь реконструктировать? Я просто должен найти бенч и позвать блюпринт. Не должно быть слишком сложно. Все, теперь нам надо идти обратно, и мы залазим в ту тварь. Ставить этот вентиль туда. Так, все, идем обратно на базу, так сказать. Вот пос, блин, предыдущая серия была веселее, чем это. О, не волнуйся, скоро будет очень весело. Помнишь, что было в той серии? Что? Шутки какие были. Но. Я но говорю, у меня... не волнуйся, мы сейчас эту серию закончим снимать, а следующая серия будет очень веселая. Да, что ты говоришь. Эта серия... О, господи, ой, это еще что опять за... Опять она. Безобразный паучище. Опять эта штука. Что-то она не умирает вообще. Ау! Да она уже умрет. Она меня убьет сейчас. Да она неуязвима вообще. А.
Нет, надо только в желтые, так ты зря патроны тратишь. А, спрятал желтые. Желтые опухоли, огненные опухоли. Ау, мадафак. Вообще от меня она убила. Ты лечишь? Блин. Неуязвимый монстр. Ты лучше бегай, я могу с ней сам справиться. Да я... Лучше убегай. Почему я бегаю? Я тоже должен сражаться с ней. Ой. Ну ты ж... Уклоняйся, ты же катайся. А, да, точно, кататься хорошая идея. Давай, огненная опухоль, отваливайся. Так, я ему прямо в рожу стараюсь стрелять, которую он только что спрятал. Рожу достань свою. О. Ой, е. Да что ты... Оу, уклоняйся, фиг. Аптечку. Гаденыш. О, открыл опять пасть свою огненную, блин. Давай, сдохни, сдохни. Ну что ты, патроны опять заканчиваются. Все, последний раз осталось. У тебя есть аптечки? Мне пока здоровье это в норме. Оу, и... Не, нету аптечек. Нельзя, чтобы он меня сейчас убил. Лечись быстрее. Я не могу, мне... А, ты я дал аптечку. Дал. Опять перезаряжаешь оружие свое, ну. Так, я стреляю ему по огненной. Последний раз, главное сейчас попасть. Попади, давай, в желтую. Не могу, оружие опять перезаряжается. Попали? Вот вечно, когда нужно. А, у меня кончились патроны, все. Я в тупик себя загнал. Давай, стреляй в него, у меня больше нет патронов. Убегай тогда подальше. Убегай, вообще убегай. Ах ты, тварь. На. Блин, неуязвимая тварь вообще. Нет, она все равно гонит за мной, блин, гонится. Почему она за мной гонится, а не она с тобой? Она еще не умерла? Нет. А ты где? Да я тут. Она ушла. Нет. Так, я патроны подобрал. Немножко совсем. Фух, ладно. Бот ждет на станке. Someone with a trail of flares that are still burning. Oh God! You don't think Danik and his men are to find out? Закрыто? Закрыто. В смысле закрыто? Давай, открывайся. Despite our every precaution, containment has become a necessity. It is now up to us to make the ultimate sacrifice. Включить что-то здесь надо. Так, здесь есть как какая-нибудь. Ой. В общем-то говоря, думаю, на этом мы закончим. Не, давай закончим. Да. Ну, ладно. 40 минут прошло уже. В общем, с вас лайкус, подписываться, с нас эпичные видосы. Ну, надеюсь, по крайней мере, что эпичные. Подписывайтесь на канал Лехи, подписывайтесь на мой запасной канал, на группу ВКонтакте. И всем пока.